Всем привет, с вами я, первый Пайгвин, кому вот ради доступ, да, вот эта охеренная игрушка, вот вчера прям выжил, короче, давайте играть. Так, main game, а что тут у нас, туториал есть? Короче, это ведь ранний доступ, это не готово. Ладно, main game, continue. Так, а почему 8%? Ладно. Конечно, хорошо. Так, ну, пускай normal будет. Ух ты. Эй, подождите-ка. Так. Нормально, давайте, continue. Бактерия, вирус, ой, сколько. Это прикольно, прикольно. Continue. Desert Journey. А, ну все заблокировано. Окей, continue. Normal. Так, и как мы назовем нашу бактерию? Я даже не знаю, как ее назвать. Пускай будет вот так называться. Не знаю почему. Нет, пускай вот так. Какое-нибудь такое кодовое умное имя. Добро пожаловать в Пайгвинк! Вы новая бактерия! Вы побеждаете! Вы должны захватить и, короче, уничтожить весь мир, чтобы все люди вымерли! Вау, карта прям такая детализированная. Выберите стартовую локацию. Ну, тут вроде как нужно на уровне мира смотреть, это здорово. Так. С кого бы начать, а? Давайте с Индонезии. О, тут даже... О, это круто. Прям можно выбрать, с какой именно страны. Но я хочу с какой-нибудь не очень богатой, но... Давайте с Карибов начнем, пожалуй, хоть. Может, богатые. Да-да-да, Begin с Caribbean. Блин, жалко, тут английский только. Хотя... Options... Языка, по-моему, тут нет. Как я понял. Так, а как... А, ну вот. Так, мы можем тут... Ага, все точно так же. Я уже поиграл даже немного на этом, как у iOS. Возможно, будут геймплей и оттуда тоже. В качестве сравнения, по крайней мере, но... Я решил приобрести и для ПК. Хорошая все-таки игра. Жалко 300 рублей, конечно, ну ладно. Так, а что нас сюда выбросило-то? А, мы можем вот так. Круто. Так, options. По-моему, все-таки немного... Так, я вот сделал вот так. Какой-то мерзкий звук вообще. Так, ну давайте же. Я хочу что-нибудь прокачать уже. Сколько тут? 9. Вау. Трипл килл. Время. Ну, это возможность также тут осталась. Так, давайте будем качать. Это особо не имеет сейчас значения, поэтому качаем по воздуху. Вау. 3D-бактерия такая. Да, 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 начинает распространяться. You have success about! Да! Это эволюционировать, короче говоря, да. Надо эволюционировать, заражать, побеждать. Отлично. Так, Air 2 у нас стоит 15, надо еще 3 набрать. Тут новости всякие тоже бывают. Ну, вообще такая просто херенная игра. Она такая жирная становится. И всего-то. А, сотнями. Хандренс. Заражает сотнями. Смертельная болезнь. Я, короче, предпочитаю вначале качать заразность, а потом тяжесть. Ну, летальность уже само по себе идет. Лекарства.
Вот тут все написано, не очень-то удобно. Это что значит? Я не знаю, что это значит. Ну, короче, это, походу, типа фильтр стран, чтобы оценивать. Но я на это сильно не смотрю. Так, тысячами. Давайте же, ДНК нужны мне. Неужели никто вот в Карибы не плывет и не заражается, а? С таким эффектом. Не, мне карта нравится. О, все, в Мексику прибыла. Отлично. Самое главное, прикольно то, что вот здесь красными точками отмечается путь, если, допустим, зараженный или прибыл в другую сторону, заразил других. ТБ, непонятно, что это. Ух ты, уже 10 миллионов. Да-да. Я это понял. Так, здесь и что нам надо? Нам надо 18, блин. Тут растет все время. Заражает все больше стран, ага. Уже 20 миллионов. Скоро эту болезнь заметят. Вот на Карибах уже все заражены, должны заметить вскоре. Эту безболезненную болезнь. Плюс также мы еще мутацию ведь повышаем. Скорость мутации, и тем самым больше симптом появляется. Ой, сори, 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 сейчас. Так, продолжаем, значит. 18, 18, так, хватает, не хватает. Вот как раз. И воу-воу. Так, следующее нам надо 20 очков. И я думаю, хватит на этом заразу, будем качать симптом. Хотя, можем качнуть там птиц, они будут заразу у вас более, так сказать, мутации больше будет. Так, ну да, здесь медицина США тормозит инфекцию, заражение. Вот, уже первая у нас хрень мутировалась. Вот. Трэш. Можем сами тоже мутировать. В случае чего, но... Вот если бы этот вирус был открыт, я бы точно тащил, потому что надо будет качать только заразность, а вот симптомы качаются почти все время. Вирус вообще такой, часто мутирует. Фестиваль of Love. Фестиваль любви в Америке. А, гигиена там, окей. Все люди руки моют. Блин, сколько стран. Сразу пошло. Так, называем двадцатник. Можем посмотреть весь мир. Так, ничего не начатая разработка. Хотя довольно много заражено. 90 миллионов. Никто не заметил эту болезнь, что ли? Хотя она же не заразная еще. Ну как, она заразна, но... Точнее, она не заразна. Ну вы поняли, в общем, она вреда никакого не несет. А, да, 20 очков уже надо. Так, еще 4. Давай, давай, давай. Еще 3 очка. Ну одно. Все, есть. Я качнул. Конкретно. Блин, не конкретно. Воу. Так, что, птичек качнуть, наверное? Или инсект, я думаю, инсест. Ну, уже в Австралии как-то. О, скоро Лондонские Олимпийские игры. Ну и какой-то этот сюжет и на iOS-версии у меня также. Уже все, куча стран заражено. Так, и думаю, пришло время потихоньку качать... Вот это. Как раз. Ой-ой, смотрите, как заразность мы можем прокачать. Не сильно качая тяжесть. Ну, в итоге уже люди начнут замечать что-то. Вот, все, нашли эту болезнь в Мексике. Почему-то в Мексике, а не в Карибских островах. Ну ладно.
Ой, когда мы начали разработку? Ну, наверное, без должного финансирования это невозможно. Здорово так. Страны хорошо распределены. Все, разработка идет. Приблизительно количество дней, которое будет стремительно падать. Так, а я буду качать свою заразность. Пора уже качать ее потихоньку. Блин, что-нибудь такое сильное надо. Так, можем еще способности потом прокачать, пригодятся. Наша бактерия такая. Сразу столько стран пошло. Обычная простуда. Ага. Блин, хорошо, что я английский знаю. Come on, cold. А то подумал бы обычный холод. Так, вот это мне нравится. Хотя дороговато оно. Так, это тяжесть. Скоро, наверное, начну тогда. О, Южная Америка уже вся почти заражена. Первая смерть. Так, у нас еще летальность качнулась, походу. Как я понял. Ага, да. Так, закрывают аэропорты. У них там... аэропорт... А, Мексика, по-моему. Убивает очень быстро. О, у нас уже 4 миллиарда заражено. Смотрите, как стремительно наша болезнь растет. Так, я буду качать таблетки. И хочу сразу ДНК. ДНК. Все. Изменяю ДНК. Качаю. Пусть они обосрутся этой разработкой чертовой. Хреном. Больше чем черная смерть. Черная смерть. Так, все, ДНК я до максимума усложнил. Этого, думаю, хватит на время. И теперь нам надо качать дальше что-нибудь. Цунами. Так, цунами, спасибо тебе за то, что за нас еще убиваешь. Главное, чтобы все страны заразились. Чем испанская оспа. Заодно еще английский учу. Вот Гренландию заразите кто-нибудь. Так, все. Все спровоцировал. Сколько? У нас полгода есть, чтобы всех тут поубивать. 25%. Хорошо, я понял. Так. Придется это качнуть. Слишком быстрая разработка идет. Разность. Не, надо тяжести уже качать. Так, ну чё качнём-то? Жёстко. Аргентина начинает, о, все, конец света. Так, все страны заражены, теперь время заставить всех подохнуть. Черт.
Завершено на 50%. Все аэропорты, все закрыто. Одна Гренландия, хотя нет, тут еще пара стран открыта. Куда летишь? Так. Заразность повысилась. Все, все страны в мире заражены. Почти что. На Гренландии здорово. Гадина. Блин, мне срочно ДНК нужно. Тут разработка почти завершена. Блин! Я ж проиграю. Паралич мутировал. 7. Черт. У нас ничего и нету. Даже от смерти не дают уже. Сорок процентов померло. Блин. Дурацкий Apple, который летел в эту устройство, уже вы все сдохли. Черт, 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 черт. Проиграли, короче. Ирландия, да ты сраный, Гренландии никто не заражается. Еще выживет 3 миллиарда. Разработка завершена! Теперь это лекарство будет распространяться со скоростью света. Ничего не можем поделать. Да, не повезло нам. И такое бывает. Все опять нормал. Дефит! Тут даже репой типа такой есть, да? Типа можем просмотреть, как идет зараза. Я не понял. А, да, можем просмотреть, круто.